продувать яички, извините, можно только на переднем сиденье за рулем. А здесь только жарить. Уж извините. Господи, боже мой, люди бегут со всех сторон. Что происходит вообще? Антистресс. Сейчас сломаю нахер. Так, давайте, помогайте. Не могу понять, что он мне напоминает. Помесь Ламбы и Порше, что ли? На Макан он похож? На Ламбу на какую? Очевидно, на уменьшенный Урус. А, стоп, я поняла. Леванте. Мазерати Леванте. Вот это, наверное, максимально приближенный по внешности автомобиль. Короче, когда китайские машины делали европейские дизайнеры, это видно сразу. Это делал дизайнер Mercedes и Volvo. Но от Мерседеса с Вольво я здесь, мне кажется, вообще ничего не нахожу. Ну вот, по-моему, это очень похоже именно на Леванте. Что скажете? Кто донор дизайна? Я скажу, что Лотус. Лотус? Элетре, который вот да. Последний. Когда уже Джили принадлежал Лотус. Слушай, а кто делал Лотус-то? Питер Хорбери, это который тоже из Вольво. Найти достойное авто на вторичном рынке не так уж просто, поэтому я использую агрегатор liqui.com. Здесь собраны все крупнейшие доски объявлений в одном месте. Дром, Авито, Автору. А также здесь есть предложения крупнейших автодилеров. Прямо сейчас здесь более 1,5 миллионов объявлений по всей России. Это абсолютно все, что сейчас продается. А главное, сервис бесплатный и даже без регистрации. Экономьте время и ищите автомобили на liqui.com. Мои автомобили также присутствуют на сайте. Выберите поиск по площадке Лесорулит, и вы увидите все, что сейчас у меня есть актуального. Переходите по ссылке в описании и ищите автомобиль своей мечты. А в помещении выглядит немножко по-другому. Слушайте, я не могу отвязаться от мысли, что это маленький Lotus Eletre. Сейчас мы его для клиента считали, он стоил 15 миллионов рублей. Понимаете? 15 миллионов рублей. Электрический Lotus. Это машина попроще, конечно, с 1,5-литровым ДВС, но визуально прям вот, ну, мне кажется, очень интересно смотрится. А дальше вы решайте сами. Пойдемте, я вам сзади кое-что смешное покажу. Жопка хороша. Единая диодная лента. Вот жопка вот так мне напоминает скорее что-то от Audi. Ну, короче, не имеет значения. А вот полторашечка наша имеет 4 выхлопных трубы. То есть по 375 кубиков на каждую трубу. Помните, я снимала форсинг яхт. Это минивенчик, такой очень-очень своеобразный снаружи и очень классный внутри, прям симпатичный. И по тем временам, не знаю, не обращала внимания, сколько он сейчас стоит, по тем временам летом он стоил вполне интересных денег. Значит, что касается вот этого автомобиля, то это тоже официальные поставки, что для меня было удивительно, я об этом вообще не знала. Мне эту машину привезли там коллеги дорогие, просто потому что они предложили, сними кроссовер, который официально есть на нашем рынке, хочешь, но я стараюсь все такие вещи снимать, ибо интересно. А если вам не обязательно покупать то, что официально поставляется, и вы готовы на параллельный импорт, то его много у меня. Вот смотрите, сколько его всякие самые разные, самые классные машины по самым классным ценам, но я не дилер, у меня официальных поставок нет. Гарантия у меня есть, но она страховая, ну, работает она отлично, идеально, уже все проверено. Ну, а если официальные поставки, то та-дам, смотрите, как один из вариантов. Ну, и мои машины, как всегда, в закрепленном комментарии в моем торговом телеграм-канале. Там же есть мой телеграм-канал, просто обычная болталка, наша новостная обсуждалка, там отвечаю лично я. Лесорулит и Лесорулит Sales, два моих телеграм-канала, подписывайтесь, добро пожаловать. Активные продажи
этой машины начались в прошлом году, в 22-м. А в 23-м, видите, она уже появилась у нас, правда, под конец года. Но удивительно не это, а удивительно то, что это первая модель концерна Dunfeng, это очень большой в Китае концерн, машина которого очень хорошо пошла на внешних рынках, то есть прям хорошо. Я думаю, что, конечно, ответ на вопросы – это внешность, потому что, ну, людям нравятся сейчас вот такие вот острые резвые формы. Это как-то модно, ну, судя по тому, что тот же Lotus Eletro прям вот хотят покупать, заказывать богатые люди. Господи, боже мой, 15 миллионов, 16, 17 миллионов рублей он обходится на заказ. По 25 я видела его в наличии. И люди берут, понимаете, для меня это, конечно, поразительно. Здесь же цена примерно в 5 раз меньше, чем Eletro на заказ, но при этом здесь, конечно, нет и тех даже близко показателей, которые у нас имеются, да, хотя бы 4 цилиндра, спасибо и на этом, которые у нас имеются у Лотоса. Ибо Lotus – это действительно суперкар, я на нем ездила, он очень круто ездит. Эта же машина из такой вот всей своей яркости имеет только внешнюю оболочку, симпатичную. Но едет нормально, обычно. Йоу-йоу-йоу, нам надо проскочить на этот светофор. На нашем переднем приводе, в эту жесткую зимнюю кашу. Ну ничего, как-то мы сделали это. А теперь у нас с вами будет бинго! Все как вы любите. Здесь коробка передач – это семиступенчатый. Мокрый робот с двумя сцеплениями. Но есть и хорошие новости. А робот этот известного американского производителя Magna. Он ставился и на BMW, и на Mini, и даже на Mercedes. В некоторых моделях, конечно же, не на все. И зарекомендовал себя достаточно неплохо. Что же касается его настроек, это даже по нынешней погоде понятно, что стандартная китайская излюбленная настройка, когда вы прожимаете, и у вас достаточно значительный ощутимый рывок вперед. Но здесь, кстати, вот не совсем она. Давайте сейчас я в более свободный ряд уйду. Ну-ка, отпустим машинки. Здесь есть небольшая все-таки пауза, небольшая, чтобы не было сразу вот этого рывка, который приходится осаживать даже немножко. Небольшая пауза есть, и рывок идет потом с ощутимым звуком из-под капота. Смотрите. Вот, я думаю, вы это слышали. Так, чтобы напрягающий звук? Нет. Но мы его слышим. Я совсем недавно ездила на одном очень похожем китайском автомобиле, но у него тоже была яркая внешность, но он не был так похож на европейские вот эти вот дорогие машины. То есть это как будто бы такая миниатюрная копия чего-то задиристого европейского, вот то, о чем я вам говорила в начале. Но вот именно так он воспринимается, этот автомобиль, визуально, чисто визуально. Вот когда его видишь, господи, боже мой, люди бегут со всех сторон. Что происходит вообще? Светофор сломался. Давайте людей пропустим, но потом нам все же как-то надо развернуться. Оп, ну-ка, это мой излюбленный разворот, где я смотрю радиус. Да, нормальный, хороший даже. То есть, ну, я другого и не ожидала, потому что, это не очень большой кроссовер. Он, не могу сказать, что прямо очень задиристый, очень ярко рулится или очень яркий по динамике. То есть самое яркое в этом автомобиле – это его внешность. Это также хороший качественный салон. Что касается ездовых характеристик, 9,5 до сотни, 285 ньютонов крутящего момента – это не прям вот вау какие-то показатели. Внешне на эту машину смотришь, кажется, что она дает больше, чем она дает на самом деле. Поэтому это такая, знаете, я думаю, что история для ребят, которые просто любят ярко и которые визуально ценят, вот как выглядит машина. Плюс у нее, видите, значок такой симпатичный они сделали. И этот значок, он, ну, тоже чем-то напоминает что-то модное, бодрое, европейское. И сейчас я каждый раз вот специально так продавливаю,
Но она не прям вот ярко идет, она не прям вот скачет вперед. Но для города до кучи хватит вам и момента, и мощности. Но просто вы должны понимать, что у нее вот эта вот яркая динамичная внешность, она не напрямую коррелируется с тем, как на самом деле едет эта машина. А по поводу коробки еще забыла вам сказать. Я читала про эту коробку. У нее 300 ньютонов она может переваривать. 285, как я и сказала, момент двигателя. А сейчас давайте немножко отвлечемся от видео, чтобы узнать секрет хорошего путешествия. Я, как автолюбитель и журналист, часто езжу в различные путешествия. Причем это зачастую не просто какая-то чистовая поездка, а настоящее прям большое автопутешествие для того, чтобы оценить ездовые характеристики и по-настоящему понять и почувствовать автомобиль. Но самое крутое – это поездка в автопутешествие с семьей, когда мы едем, мы видим новые города, мы можем общаться и проводить время вместе. И в этих поездках нас очень выручает сервис бронирования отелей МТС Travel, и в преддверии Нового года исполняются мечты. А все дело в том, что экосистеме МТС исполнилось 30 лет, и в честь этого праздника проводится розыгрыш призов и подарков. А для нас, фанатов авто и путешествий, есть несколько очень ценных призов. Например, вы можете выиграть суперприз – путешествие от МТС Travel на целых 500 тысяч рублей. А еще новенький автомобиль со встроенной мультимедийной системой МТС Авто. Поэтому переходите по ссылке в описании и участвуйте в розыгрыше, где каждый может получить гарантированный приз, а также шанс выиграть очень желанные и очень крутые суперпризы. Интересно, сколько будет реальный расход. По паспорту производитель заявляет, что это 6,5 литров до сотни. Не знаю, мне кажется, что меньше восьмерки она кушать не будет, как думаете? Ну, если мы с вами говорим о какой-то пробочной эксплуатации. Вообще, мне иногда кажется, когда я смотрю вот эти вот множественные китайские новые кроссоверы, которые появляются, что их, и вот некоторые, многие из них, так скажем, штампуют где-то в одном месте, потому что они просто очень схожи по подходу, по тому вообще, как все собрано и по расположению агрегатов под капотом. Но здесь хотя бы есть защита, и она есть. И я вижу, что она, ну, наверное, она штатная, потому что у нас пресс-парковые машины, они не доделывают обычно ничего дополнительно. Короче, вот по идее у вас должна быть защита с завода, требуйте ее. Здесь крайне неудобное расположение бачка омывателя, потому что вот вы своими обмороженными ручками в грязи должны копаться, дополнительно открыть, зачем она, на кой черт она нужна. Вот этот вот дополнительный лючок, который, ну, не имеет никакого функционала, кроме геморроя, и вот сюда залить незамерзайку. Дальше вон сзади расположена небольшая турбинка, вон ее видно. Аккумулятор у нас 60 ампер-часов, недавно снимали. Очень схожий кроссовер, там практически то же самое, 62 ампер-часа. Ну и все остальное вот по стандарту очень обычно. Давайте-ка посмотрим, мне интересно, что у нас написано на лючке. О, а на лючке, помимо иероглифов, у нас цифра 92. Слушайте, вот вы верите в то, что в хорошо раздутую на 197 сил полторашку можно с прямым впрыском и с ньютонами под 300 можно лить наш 92-й? Не знаю. Но видите, производитель допускает. Машина на гарантии. 3 года или 150 тысяч. То есть первому владельцу, мне кажется, можно лить хоть ослиную мочу. Этот мотор все равно переживет. Но вот что будет дальше? Короче, не знаю. С прямым впрыском 92-й в этот мотор я бы лично, если брать эту машину лет на 5, наверное, бы не стала. Но производитель допускает. И здесь есть еще бомбическая версия, вот на которой я действительно хотела бы покататься, потому что в таком случае внешность этой машины будет на 100% соответствовать тому, как она теоретически должна бы ехать. Гибрид. Представляете? Полторашка на 177 сил плюс электромотор на 170 сил. То есть наоборот, по-моему. Или так же.
Да ладно, на экране напишем. Короче, совокупно это будет такая пулька. Представляете, вот такая машина и с таким полетом. Мне кажется, ее вообще разорвет. Слышите, жужжит? А это мне массирует. Здесь король положения явно водитель. То есть, смотрите, мы заходим в климат. С пиком заходим, с пиком сенсорной клавиши мы заходим в климат. И там мы видим, что у нас можно как я это сделала? А, можно зайти во вкладку сидения и далее. Во вкладке сидения у вас есть вентиляция и обогрев сидения водителя и лишь обогрев сидения пассажира. То есть продувать яички, извините, можно только на переднем сидении за рулем, а здесь только жарить. Уж извините. Далее, возвращаемся туда же. Также, смотрите, массаж. Массаж возможен в трех степенях силы. И раз, два, три, четыре, пять вариантов массажа. Но массажируют только спинку. Попку, увы. Так что там только вентилировать либо жарить. А здесь даже мять. Сама мультимедиа очень простая. Видите, здесь небольшое количество меню. Здесь меню, ну, в принципе, даже графика простая. Правда, на удивление, неплохая камера. Вот, то есть она и вечером мы ездили, прям нормально все выглядит. Но само меню, вы видите, оно достаточно простое. И оно только на английском языке. Может быть, пока, потому что бренд вот только заходит на рынок. Но дальше, конечно, будем надеяться, что они с русским что-то досообразят. Руль не пустая болтанка, это приятно. На руле есть какое-то усилие. Раньше так делали, что прям вообще рули были переоблегченные. Сейчас... Ну, сейчас есть хотя бы вот эта вот взаимосвязь между тем, что вы рулем делаете, и тем, что вы на самом деле получаете. Сейчас включили поворотник, вот подошли, эта машина впереди нас стоит. И вот у нас при повороте налево есть изображение сверху, видите, есть изображение, получается, с боковой камеры, но это дорисовка дальше машинки. Вот, изображение с боковой камеры, я бы вам сказала, что оно не прям вау, какое крутое, ну как в 3D-режиме. В 3D-режиме вот так будет. Сейчас будем поворачивать, посмотрим. Ну-ка, давайте в 2D обратно. Так, поворачиваем. Так. Ну-ка. Реангл. Задний угол. Так. С колес. А нет, хорошо, видите, было сейчас... Видно прям хорошо с колес. Ну, как в прошлый раз мы пробовали, также сейчас хочу вам показать, где у нас обочина и насколько хорошо ее видно. Видно. Все, дальше нарушать не будем. Поедем. И хочу очень забраться куда-нибудь на колдобины. Потому что, несмотря на снегопад, у меня есть такое ощущение, что здесь... Покомфортнее подвеска, чем вот недавно мы катались на очень схожем кроссовере. Как бы нам куда-нибудь на колдобины-то заехать? Во дворы. Сам салон скроен весьма ладно. Вот здесь вот такие вот эти вот вставочки карбоновые, на них крыло. Видимо, это крыло красненькое. Вот мультимедиа, опять же, повторюсь, даже по размеру экранов. У китайских производителей зачастую они бывают намного больше, так скажем. Зато дефлекторы какие-то такие самолетные очень интересно сделаны. И, в принципе, качество кожзама здесь совершенно нормальное. Прострочки совершенно ровные. Я все тут уже пошатала, оно не скрипит. Как я люблю, подергала за двери, за основание сидения. Нигде никаких скрипов, ничего нет. То есть они скроили машину прям ладненько, хорошо. И нет поганого запаха,
Нет, наверное, здесь никакого такого пластика, чтобы смотришь и думаешь, господи ты, боже мой. И даже внизу, обычно внизу у китайцев просто одище. А здесь не просто одище, здесь сложное одище. То есть здесь нечто среднее между тем тазом, на котором мы с вами ездили, когда учились водить в древнейшие истории, супер древнейшие истории, и нынешней Лады Весты. Вот как-то так. Ну, больше в сторону Лады Весты. Короче, хорошо. Кстати, вот эти вот кружочки на воздуховодах тоже крутятся. Нет, кольца серебряные вот вокруг. Большое серебряное кольцо вокруг. Господи, боже мой, да это же великолепно. А на кой черт оно крутится? Перекрывать воздух. А, вот так ты воздух перекрываешь. Кайф. И так щелкает классно. Мне тоже очень приятно тактильно. Антистресс. Сейчас сломаю нахер. Диски черные прикольные, не обращала внимания. Ну вот, по крайней мере, под этот цвет очень даже подходят. Чтобы вы понимали по размеру, с чем это вообще сравнимо, ибо пока эта зверушка для нас с вами неведома. Она в длину 4,6, почти 4,6, а по колесной базе чуть больше, чем 2,7. То есть, к примеру, такие автомобили, как Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Atlas Pro, это ее прямые конкуренты. И далее вы просто для себя смотрите и решаете. Вот хочу обычную машину, чтобы как все в потоке. Но совершенно все понятно с запчастями вообще, с обслуживанием, во время гарантии, после гарантии, когда угодно. Либо хочу выпендриться. И понятно, что вот это про выпендриться, и я один на деревне. А все перечисленные там всякие Chery и так далее, это про... Я дядя продуманный или тетя, и вообще хочу только машину, которую хорошо знаю, и на которой ездит сосед из соседнего двора. Вот. И не только. Слушай, ну во дворе удобно, да, въезжать, когда есть вот такая камера? Нам направо? Нет, нам налево. Налево? Пропустим. Давай их пропустим как раз. Посмотрим, поможет нам эта камера или нет, не впаяться бампером в сугроб. О, помогла. Так. Да не, это просто у меня руки под руль заточены. Если у вас не под руль, вам никакая камера не поможет. Так. Так. Не, прямо и где тут гребеня обещанные? Как заявляет Владимир, вот прямо здесь мы можем писать про подвеску, потому что мы должны прочувствовать колдобины. Так, о, да, Владимир, я чувствую колдобины. Как мячик скачет на них, да? Так. О! Да не, нормально, не жестко, да? Не супер жестко. Нет, для такой машины нет. По ходовой все хорошо. Причем я сейчас не про динамику и управляемость, а именно про вот ездовые характеристики и подвеску. Она не бухает, она не раздолбанная, не развалистая, не мягкая и при этом не жесткая. Такая просто собранная, приятная. Мы сегодня и по колдобинам поскакали, и по лежачим полицейским. Короче, по ходовке все нормально, зачет. Если в теории здесь впереди Макферсон, сзади здесь многорычажная подвеска, клиренс 17 сантиметров, но бинго! У нас передний привод, у нас турбомотор и роботизированная трансмиссия. И я знаю, что сейчас вы многие напишите, но, увы, это наше настоящее. И, мне кажется, больше половины автомобилей, которые официально сейчас поставляются в Россию и которые я снимала за последнее время, оснащены именно таким набором. Ох, система стабилизации у меня все кряхтит, срабатывает. Ой, ничего себе. Но сильно она не дает мне прожать газ в пол, потому что
очень проскальзывают колеса сейчас и показывают, что работает АБС, ЕСП. Короче, мы честно заезжали во дворы, максимально скакали по колдобинам. Поняли лишь то, что система стабилизации здесь работает хорошо и изрядно душит машину при проскальзывании. А также, что... А также, что мотор голосит, когда продавливаешь педаль в пол. Ну и если подвеска дубовая, это чувствуется сразу. Она здесь не дубовая. То есть перестали китайцы в большинстве своем зажимать подвески так, что аж ездить некомфортно. Сносно более-менее. Ну, понятно, что это переднеприводный кроссовер без муфты, без подключения полного привода. И, соответственно, это чисто городская машина. Елена, с вами играет Владимир, город Москва. Вопрос от телезрителя. Так. Что находится над кнопкой аварийки? Над кнопкой аварийки находится абсолютно незаменимая вещь в современном автомобиле. Например, мне в Тесле этого очень не хватает. Это пимпочка. Ее можно открыть, и ее можно закрыть. И снова открыть, и снова закрыть. Современный автомобиль. Куда же без пимпочки? Та-дам! Может, это таблетница? Нет, на самом деле я знаю, что это. К машине должна идти вот такая вот прищепка. Знаете, как продается где-то рублей по 30 в ларьке? Эту прищепку вы ткаете сюда, простым русским языком образованного человека с верхним журналистским образованием. Значит, тычете вы это сюда. К этой прищепке на обратной стороне вы цепляете магнитик. И на другую сторону вашего смартфона вы тоже цепляете магнитик. И тынь! И готово. И дальше у вас здесь есть навигация. И никакого колхоза. А вы-то думали, опять в дефлектор будете держалку ткать? А нет, у вас же теперь есть форсинг. 1-0 в пользу знатоков. Я думал, что это такое, таблетница какая-то? Да нет, нет, вот это вот херня, это я тебе говорю. Ну, то есть можно, можно использовать это как таблетницу, если очень хочется. Мой рост, если вы вдруг не знали, это благородные 175 сантиметров. То есть это средний рост между мужчиной и женщиной для европейского человека. А значит, по мне можно померить все, что угодно. В том числе и заднее сиденье Forcing T5 EVO. И далее делайте выводы сами. Посмотрите, мне кажется, что здесь я расположилась достаточно вольготно сама за собой. Подлокотник у нас обычный, с двумя подстаканничками. Сзади мы с вами имеем USB разъем, Type-A и два дефлектора. И более ничего. Ну, удобненько то, что... Ой, а это что это такое? О, соврала. Я еще нашла крючок. Можно удобно что-то повесить. И там есть тоже крючок. И переднее сиденье вы можете регулировать вот отсюда, с заднего. Панорама достаточно большая, приятная. Она заходит за вашу посадку. То есть впереди вы видите прямо небо, и у нее отдельно открывающийся люк. Также здесь складывается заднее сиденье, и без этого вам было бы сложно обойтись. И сейчас вы поймете почему. Хоп, сложили, получили ровный пол, и это круто. А сейчас заныриваем вот сюда назад. Заныриваем, смотрим вот сюда на красивую объединенную диодную ленту. Делаем вот так, понимаем, что в топовой комплектации, а это именно она, у нас с вами есть кнопка багажника, электропривод. Далее смотрим и понимаем, что кнопка-то у нас есть, а багажника-то у нас практически нет. Ну, шучу. На самом деле это
Просто стандартный небольшой багажник для кроссовера, который имеет как раз-таки вот этот вот скос крыши. В литрах не знаю, не могу сказать. Но у нас с вами, опять же, благо не радио, вы можете наблюдать, как это выглядит. То есть, если нужно перевести какой-то длинномер, вы можете это сделать сейчас, чтобы вы могли полноценно осмотреть его размер. Давайте закроем. Здесь есть два удобных кармашка, здесь есть пластик, но я не нашла ни единого крепежа под сетку, зато есть полка. Внутрь здесь приоткрываем, имеем некую нишу для хранения всякой ерунды. И дальше докатку. Оп! Ну хорошо, что есть докатка. И как всегда, в конце, чтобы ни в чем не ошибиться, я по бумажке читаю вам цены. Входной билет в мир Т5 Эва – это 3 миллиона 80 тысяч рублей. 3 миллиона 390 тысяч рублей – это топовый автомобиль. Но здесь речь не идет о гибридной машине с приставкой HEV. Она представлена в двух комплектациях с ценой 3 800 и 3 миллиона 850 тысяч рублей. Повторюсь, на ней бы очень неплохо было бы покататься, потому что, судя по характеристикам, это прямо бомбочка. Хотя и он едет неплохо. Если вы привыкли к городской спокойной езде, короче, смотря на чем вы ездили раньше, если ездили на чем-то бодром и интересном, например, на старой Бэхе, и хотите пересесть на нового китайца на гарантии, то, наверное, капите на гибрид. Если ездили на чем-то совершенно обычном, там, допустим, на спортаже предыдущего поколения, на каком-нибудь тусанчике или вообще на ладочке, вы кайфанете от любой версии этого автомобиля. Ну что, как считаете? Будут брать? Целую, обнимаю. Пока. Принимайте участие в розыгрыше в честь 30-летия МТС. Выигрывайте суперпризы. Автомобиль со встроенной мультимедийной системой МТС Авто. Путешествие мечты, встречи с писателями и многое другое. Ссылочка в описании.